Если у вас пористые, объемные волосы, то справиться с хаотичным объемом вам поможет очень хорошее масло. Вам нужно будет взять 1 чайную ложку масла виноградных косточек, добавить туда 2 капельки эфирного масла лаванды и добавить 1 капельку эфирного масла розмарина. Все это перемешать. Наносим мы масло на чуть влажные сухие волосы, равномерно распределяя его от корней и до самых кончиков. Единственное, что ни в коем случае в корень мы его не втираем, наносим его буквально чуть-чуть, и тогда наши волосы уже не торчат во все стороны, а ровно и аккуратно лежат. Привет, друзья! Если вас заинтересовало наше видео, то оставляйте свои комментарии, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе того, что здесь происходит. И все будет добро!